И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Conan Exiles, все так же пытаюсь выживать в этом мире и пытаюсь пройти эту игру. В общем, что сегодня пойдем делать? Я думаю, сегодня, надеюсь, пойдем за картографом, потому что уже пора. Но для начала я немножечко покажу, как изменилась моя база. Деревья снова выросли, колодец убрал, деревья выросли. Здесь спуски сделал немножко так. Так, давай от первого лица, чтобы меньше камеру понаебило. Лучницы не работают. Не знаю, перенастроил их, возможно, будут работать, там будет видно. Что у нас здесь? Здесь у меня проход, то есть выход там, выход там. Сначала я сделал вот эти дома на одну сторону. А потом подумал, блин, а с этой стороны что мне ставить? То есть у меня просто комнаты закончились. Каждая комната это как отдельное помещение. То есть, к примеру, здесь у меня пусто. Но здесь у меня стоят верстаки, допустим, алхимик. Хе-хе-хе. Прогружается. Здесь у меня бабахается мясо. То есть вот плотник. То есть разные верстаки. Здесь у меня, то есть, господи, компост. Грядки, я их потом, ну, как они, клумбы, как они, катки. Вот, я их потом больше сделал. Сюда поставил один холодильник, в котором, собственно, всякие напитки, ягоды и так далее, все, что нужно для напитков. Один пресс поставил сюда. Вот. Вся сложность была вот с этим всем. Так, багал как мог. Вот, пытался, по крайней мере. Что получилось, то получилось. Здесь у меня идет кожевник, и не только, то есть здесь верстак разборки, броника, вот это говно не работает, чуть попозже покажу почему. Здесь у меня все, что касается еды, из-за того, что здесь у меня спуск в воду, и здесь ловится рыба. То есть я вот из-за этого спуска я сразу же понял, что здесь у меня будет еда. Кстати, здесь только с колоннами построилось, там и без колонн построилось. Черт его знает, как это работает. Да, и вон там холодос стоит тоже. А там холодос чисто с едой. Ну, а здесь кузница, плавильня. В общем, работают. Трудятся прям на нет. А здесь в центр поставил колесоболи. Средняя. Вполне его достаточно. Здесь четверо могут на нем горцевать. И вполне этого достаточно. Сюда поставил колодец. Здесь вот все поубирал. Трава растет. Все, в общем-то, красиво, нормально. Ну, животные стоят по краям. Коней нужно будет тоже немножечко прокачать. И, пожалуй, все. Единственное, что, да, вот здесь-то конструктив немножко сделал. Ой, фризануло. Сделал еще здесь проход, чтобы не через ворота постоянно бегать, а вот чтобы здесь был проход, так сказать, поближе. Ну и в главном здании, собственно, ничего нету такого сверхъестественного. Пока что выглядит вот так, как коробка, а там уже будет видно. Здесь у меня заход вглубь, заход в стены, заход, а точнее, уже выход. Здесь у меня просто вот такой подъем наверх, и пока что ничего. Здесь стоит кровать, лицей и кошка, которую лучше не упускать. Любит она на проход вставать, и я мебель переношу, она на проходе встает. Ну вот, собственно, двери с двух сторон. А там уже будет видно, что я буду делать. Мне нужно будет однозначно делать... господи, этим. Как же ж... Религия. Религия. Святилище. Вот, святилище, алтари. Вот, то есть вот это все обязательно нужно будет делать. И для этого нужно место. Пока я не знаю, где я это буду делать. Поэтому там посмотрю, что как где. Возможно, будет просто большое здание в высоту. Возможно, вот сюда вглубь его увеличу. И, то есть, у меня будут этажи с этими всеми штуками, шпяками. Кстати, я вот думаю, может, и картографа я сюда поставлю в центр. Как вариант. Но пока вот это стоит, пускай стоит колесо боли. Как вариант, картографа поставлю в центр. Это огромная конструкция, если не ошибаюсь. И как бы да. И, кстати, да, я хотел сказать, что щиты нифига не работают. То есть, теоретически, то есть, ты вот этот щит берешь, такой, блин, довольный, бежишь. Я, кстати, всех экипировал. По, так сказать,
по надобности. То есть вот. То есть вот он стоит с моей эмблемой. Эмблема говно, конечно, там полная. Вот, стоит с моей эмблемой, потом он убирает. О, заработал. А у меня до этого просто был дефолтный скин. Походу дела надо было неоднократно перезайти, потому что один раз не приканало. Но, опять-таки же, эмблемы там полное говно, поэтому... И работает он, кстати, как вот этот. То есть есть щиты и получше. Вот, я им поэтому всем выдал щиты вот такие. Они покрасивее. И считаю, что так уже лучше. Так, за картографом пойдем в соло. Никого с собой брать не буду, чтобы они не были обузой. Кстати, я вот что хотел проверить. Я эту жаровню с собой таскаю, чтобы посмотреть, она вообще разбирается. Не разбирается. Вот ж гадость-то какая. Ну, стой, короче, здесь. Вот. И давайте покажу эмблемки. То есть, вот эмблемки, они потом, возможно, как-то открываются. В общем, доступны мне вот это и вот это. И цвета. И все. То есть, и кто может редактировать. В общем, эмблема говно. Мод говно. Вот как-то так. Мое коротенькое мнение. Так, в итоге, что мы делаем? Во-первых, нужно будет сходить в безымянный город. Куда конкретно, я уже не помню, но я сейчас загружу карту. Потом нужно будет пройтись абсолютно по всем. Я хочу все абсолютно сейчас запустить, чтобы можно было к ним перемещаться. По максимуму постараюсь пройтись по картографу. И еще, что самое главное... Я подумаю о том, как перемещаться. То есть, как вариант, нужно будет около этого обелиска какого-то, где-то они вот здесь вроде бы обелиск, нужно будет ставить постройку и там, как вариант, ставить еще одного картографа. То есть, чтобы я мог перемещаться намного быстрее. То есть, к примеру, что если я хочу переместиться, посмотрим заодно, как это перемещение работает, я честно не помню. Вот, то есть, вот если хочу сюда переместиться, мне не нужно вот это вот все бежать. Я просто и телепортируюсь, то есть туда. Также и вулкан, тоже туда можно телепортироваться. Так, ну что. Можно и выдвигаться. Вот такой у меня домик. Показал, рассказал. Что, когда, где. А там уже будет видно, что будет дальше. Так, начнем мы с хребта налетчиков. Находится, оп, прыгай, так, беги, находится вот где-то вот здесь, то есть вот хребет налетчика, и где-то вот здесь, что он должен быть вроде бы около этой ямы, если я не ошибаюсь, ну да, судя по карте, где-то вот здесь должен быть, то есть туда мы сейчас и выдвинемся. По пути, естественно, я буду стараться сходить снова по ящичкам, по боссам, ключик у меня есть, еда с собой есть, ты чё, бессмертный? Блин, лук, конечно, этот клевый. И не только лук, еще и стрелы, тоже такие босявые. Так, здесь у меня поселение, здесь у меня не то. По сути, ничего не нужно. Кстати, я бы еще, наверное, сгонял бы по религиям. Тем более, что они у меня по пути. Йок у меня есть, сет недалеко, да? Слушай, наверное, давай сгоним еще алтари религии. У меня на втором экране просто открытая карта. Сейчас мы идем вот сюда. А сет у нас вот здесь-то. Если не ошибаюсь, змеи это сет. Здесь-то у меня какой-то паук. Тоже, наверное, где-то внутри. Вот здесь у меня кто-то находится. Вот здесь кто-то находится. Где-то вот здесь-то. А! Я, естественно, стрелка показываю вам, а там нифига не видно. Естественно. У меня что-то пес гавкает. Кстати, на карте не отображен Митра. Но Митру вы знаете. Митра находится здесь. И, соответственно, если вам он нужен, если вы его не как я взяли изначально, то, соответственно, он здесь. Вот здесь, на карте. Вы меня видите. Кстати, арена. А, точно, здесь же арена. Не помню, что это, когда с ней, но пока что туда посещать не хочу. И здесь
собственно, около арены и проход, чтобы не вот через скалы пробираться, не вот там где-то кругаля. Здесь проход вглубь есть. Проход вглубь, то есть через скалы. Ну, я его уже показывал неоднократно. Крокодильчик. Или не крокодильчик? Крокодильчик. Просто мне было интересно. А получу ли я... Ну, то есть, считается ли вот этот огромный крокодил за крокодила в испытаниях? Засчитался. Так, погнали, посмотрим, что у нас тут в сундучке. Тельвар, Амир. Тельвар, Амир, Курума. Легендарные увечья, легендарный... Ага. Оружие для проворных, кстати. Первый раз. Первый раз оружие для проворных попалось. Ой, прикольно. Ну-ка, гади-ка. Нет, там был эффект прикольнее. Во. И все полетело. Ну, прикольно. Для проворных это хорошо. Давай посмотрим урон. Ну, то есть, допустим, вот силача я крокодила вот с такого удара сношу. Здесь тоже сношу ваншоту, и это хорошо. То есть, все хорошо. Нормальный мечик. Для проворных, говоришь, прям огонь. Тем более проворные у меня есть даже мечники. Ты чё? И остался еще один крокодильчик. Так, куда мы бежим? О! Нифига себе. Чё-то я так шел. Мне же сюда надо было. Ну вот сюда. Здесь. Ай, так. Здесь у нас находится... какой-то паучок. Паучок на карте находится. И он находится также на... То есть, если не ошибаюсь, то вот это вот обозначено на карте. В общем, погнали опять в эту пещеру с пауками. Смотреть, что у нас здесь. Я вот хилки не взял. Вот это, конечно, да. Ну, я уже по пути только вспомнил про них. И что-то даже алоэ не лутанул. Все? Уличная охрана, все? Ну, слава богу. О, погоди. Нифига. Явно лук мне там не поможет, хотя вот, наверное, лучше бы вот так вот сделать. Явно мне дубина не поможет. Ну, погнали. Вау! А что ты такой серенький? Серенький такой, серенький. Серенький. Так не видно его, не видно. Ну, собираем паутинку. А, это труп. Окей. Паутинка тоже хорошо. Паутинка нужна. Ух ты, жирненькие-то какие, а? Так, здесь... Да, я здесь не пошел далеко, потому что... У меня был напарник, и я не знал, как с ним, короче, это... Что-то я забыл тогда, что они же телепортируются. Если что-нибудь не так, то это... Можно было спуститься вниз спокойно. Ну, как бы... Ну, как бы и бог с ним. Забыл. Ты чё, дурной? А если попал? Не-не-не-не-не, не надо тут на меня прыгать. Паутиночка. Ну, здесь... Ага. Никого? Никого. Да, там у нас босс находится какой-то. Огроменный. Вот почему я точно развернулся. Я не хотел
с этим боссом связываться. Так, а есть ли как-нибудь спуск аккуратненький? Ладно, пофигу, короче, на эти алтари. Давай сначала все-таки пройдем по обелискам. Ой, по обелискам. Ну, по обелискам, да. Соберем картографа. А потом уже будем по алтарям ходить. Ну и его нафиг, что-то я пока что не хочу. Я боюсь, эти боссы у меня займут времени. Немало. Так. Отличие, где находится место, очень легко. Очень много скверны вокруг. То есть это фиолетовая дымка. Это значит идти туда. Там место, так сказать, где... Ну, где ты запоминаешь, куда идти. Скажем так, куда... Вот эта дымка, это в целом дымка самого помещения. Я не помню, вовнутрь нужно забираться или нет. Я знаю, что там... Иди в баню. Добрый вечер. Какой мы серьезный. Отлично. Скверно накоплю, конечно, немало, но бог с ним. Вы связаны с обелиском. Отлично. Но вовнутрь вроде бы нужно заходить. Вроде бы. Так, что у нас здесь? А здесь ровным счетом нифига. Отлично. Картографа мне нужно найти. Вот что самое главное. То есть рецепт именно изучения самого картографа. Так, не то. И я думаю, сделаем вот это. Потому что по заданию получите редкое знание. И вот в архивах я, по идее, получу как раз это самое знание. Редкое. Так, здесь у нас ничего нету. Ну, мало ли, какой-нибудь это... Сундучок, еще что-нибудь. Опа, че? Добрый вечер. Я же говорил, что-то должно уже быть. А вдруг что найду еще? Я это, наивный искатель. Так, ладно, скверно накапливается. Так что давай лучше не будем тормозить. Вот он, картограф. Он здоровый. Но он как бы это... А, нет, это просто отражение. Он как бы будет маленький. У меня сейчас открыто... Здесь у нас вся карта. И у меня сейчас открыто вот это вот место. Так, ладно, давай сюда подходить. Здесь же вроде бы где-то что-то можно это... Нет? Ладно, бог с ним, давай. Вот к этому НПЦ надо. Архиварий. Изучить картограф. Не пугайся, невольный, я всего лишь тень отголосок былого. Так. Он говорит о том, как снять. Я думаю, королю великанов. Маккорлю ведьмы, слезы. Угу. Ну, как бы прикольно. Но по битве. Ну, он по факту рассказывает, куда нужно идти. Типа, ну, понятное дело, когда есть интернет, тебе на это пофигу. То есть ты как бы и так знаешь, куда идти. Ты просто вбиваешь в поисковике, и все как бы хорошо. Ну вот. Но боссов точно нужно будет мочить, это я прекрасно помню. Вот это вот, особенно ведьма, которая... О, господи. В джунглях, вот там она жесткая. Я видел, как ее бьют, и что-то мне нифига не радует это дело. Он рассказал о том, как, что, ну, историю вот это, и о том, типа, как я умер.
круг мечей. Типа, меня предали и там убили. Ну это прикольно. Помните, посещали локацию круг мечей. И вот там показывал, так, по ходу дела убийство вот этого чувака. Так, изучить картограф. Картограф изучен. Мы сразу же изучили это. Вот, редкое здание, завершенный этап. Попрощаться. Возвращайся с сознанием. Картограф изучен. Так, теперь. О, это мой песель, только уже на улице орёт. Так. Строить нельзя здесь, это понятное дело. А где у меня... Вот, в особо. Осквернённый камень. Железная рама. Алхимическая основа. Хрусталь. То есть, если все фигня, то осквернённый камень нужен 200 штук. И вот он такого вот размера. То есть, видите, что он, ну, раза в два поменьше все-таки, чем вот эта вот штуковина здесь. Осквернённый камень. Вот как его получить, честно, я уже не помню. О, прикольно, подъемчик какой-то наверх. Здесь что-то... О-о-о-о-о! Нажмите использовать, нужен осколок силы. А, за осколок силы я же здесь какие-то знания буду. Бляха-муха, я бы знал, я бы осколок силы взял. Вот, ну как точнее, я бы вспомнил бы про это. Вот, здесь тоже ничего, то есть вот только вот в той библиотеке, справа от него, можно за осколок силы получать какую-то информацию. Там изучаешь какие-то знания. Осколки силы добываются... с боссов. Скверно накапливается. Все, текаем. Обновился. Жаль. Не обновился. Все, самое главное, теперь у меня все это есть. Остается только посмотреть, как они добываются, эти камни. Долбанные, дебильные камни. Скверно накопилось, но немного, слава богу. То есть хпшка у меня не сильно просела. Дома есть танцор. Это самое главное. То есть скверно спадет. Что у нас здесь? Ровным счетом нифига. А, здесь у нас... Опа! Хорошая штука. Я же говорю, хорошая штука. Воу, тихо. Воу. Ничего? И ничего. Жлобы? Жлобы. Естественно, жлобы. Так, погоди, погоди. Погоди, 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 погоди. Я топорик не взял. Оп. Надо было сюда меч брать тот, мой прикольный. Он шпяку хорошую накидывает на них. Так, ну ладно. В любом случае, здесь мы посетили. К обелиску я свой этот привязал. И вот так вот от них избавимся. Теперь куда мне нужно сгонять? Сюда, бог с ним, уже пойдем на обратном пути. Сейчас нужно сгонять... Ага. Где-то у хребта рудокопов. Где-то здесь находится. А вот здесь вот воющее плато, слева от него находится. А, да, точно, вот здесь вот, на курганы. Ой, зимку посетить придется, да, в двух местах. Но это мы прекрасно помним где. То есть здесь, здесь. Вулкан, не знаю, получится посетить, не получится. Но тоже бы надо посетить, учитывая, что я нахожусь там рядом. Так, давай посмотрим, что мне нужно для того, чтобы, точнее, как добыть этот долбанный предмет. Долбанный ресурс. Что-то как-то он с чем-то связанный, но что? Я не помню. Осквернённый камень. Как он добывается, я не помню. Давай посмотрим. Интернет, как говорится, в помощь. Все оказалось намного легче. Он делается в столе алхимиком. Для этого требуется камень и хор, и кровь демона. Не знаю, какому количеству, какой-какой, но, собственно, делается на столе алхимика и хор, кровь демона. То есть это изи-бризи. Можно за счет этого, значит, не заморачиваться. Это самое главное. Как я уже сказал, интернет в помощь. И он мне с этим-то и как раз помог. Так, ладно. Значит, что, куда бежим?
Бежим. Ой, я почти угадал. Да, вот примерно туда. Вот. И хор, если что, добывается вот с них. Со скорпиончиков, с, короче, ядовитых рептилий. То есть, ну, все, кто касается яда, как я понял, с них примерно все это дело и добывается. А мы тем временем где-то в нужном месте. Ну, почти в нужном. Во, 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 обелиск вижу. Так, только единственное, что... Да, надо что-то с едой сделать. Не, можно, конечно, сырую пожрать, но это плохая идея. Где, где? О. Надо что-то придумать. А так вот, бежим туда. А, сейчас обелиск тоже активируем. Вот, как видите, то есть здесь вполне нормально. То есть адекватные телепорты. В нужные места, назовем это так. Отлично. Вы связаны с обелиском. Хилки, говорит, не взяла. Ага. Густая вытяжка из алоэ. Зачем я слабую вытяжку из алоэ делал? О, ёптвою ж за ногу. Хилки, говорит, не взял. Да. Вы, наверное, тоже с этого поржали. А я что-то как-то это... И не привык к тому, что она так хорошо светится. Я привык всяким говном пользоваться. О, ё-моё. Да, я могу, конечно, и не такое. И все-таки вспомнить, где скорпиончик босс находится. Так, а здесь у нас находятся серные. Здесь, конечно, нужно находиться это, серное озеро. Ёб твою за ногу, я чутка пересрался. Здесь лучше находиться в маске. Точнее, здесь нужно находиться в маске, чтобы не получать ожоги. То есть это серное озеро. Его лучше, конечно, обходить стороной. Вот источник осколков. Вот, но если уж совсем приспичило, то можно и забежать. Тем более с таким количеством хп, как у меня, можно и зайти. То есть с этим проблем не будет. Так, кстати, а что у нас еще, где обелиск? Так, здесь у нас обелисков нету. Да, сейчас идем в гибельные курганы. Кстати, здесь еще хрустальные камнероги бывают. Ну и с них можно добыть хрусталь. Ну и еще серные, естественно. С них сера. Раз мимо прохожу, почему бы не добыть? Кстати, а это у нас просто камешки. Пожалуйста, камешки. Хрусталь нужно будет... О, интересно. Нужно будет сходить в пещеру, хрусталь должен подобывать. Кстати, а с вас у нас лутается просто ж яд. Вы слабеете от голода. Да, надо пожрать обязательно. Хитин. Счет, походу, дела я явно не тем собрал. Ну-ка. А этим? Мелкая дичь опять. Что за шляпа? Так, ладно. Голод, дело такое. Где? Отравление нам не помеха. Голод куда хуже. Так, и нужна вода. Вот так вот. О, а чё это я это отравление даже не схлопотал? Тоже хорошо. Так, дошел уже до курганов. Курганы же, да? Да, гибельные курганы. И где-то здесь у нас обелиск должен быть. А вон он, вижу его. Так, ну если я здесь увижу берсерка, я его не буду приручать. Мне с ним до дома тогда надо будет бежать. Давайте без этого. Найдите конный, поговорите с ним. Так, ну это когда-нибудь... Когда-нибудь я это сделаю. Учитывая, что я оттуда уже убежал. Надо было, наверное, в город зайти по пути и выполнить задание. Так, привязалось все.
Отлично. А что у нас здесь вообще? Цветочки. Цветочки. Ой. Ой. По клавишам не попал. Ну, по пути. Поэтому пускай будет. Почему бы нет? Что у нас вообще здесь? Ой, о, первый сетер. А что ты со спины зашел? Козлин. Отлично. Тварь. Теплые шмотки. Но, кстати, да. Почему бы и нет? Да заходи ты уже. Как не родной. О! Таргар кузнец. Покупок свита гордость асов из фрагмента рецептов Таргана. Записки Таргана Гептор. Задолго до твоего прихода. Ха, интересно. Хм, прикольно. Поведал немного истории. Давай забираем все, что есть. Верстаки, естественно, использовать нельзя. Здесь кости его родичей, то есть родственников. Ну, он сам это говорил. Ступай аккуратнее. И все в таком духе. И говорит, где-то с юга слышит клич своего сына. Да, истории, конечно, еще те веселые. Кстати. Хм, не тобой, что ли? Кирко, что ли, надо было добывать? О, вот, а, тут я обелиск же уже посетил. О, дурной. А, добрый вечер. Ну, давай, подходи по одному. Хотя нет, какой по одному? Давай всей толпой. Семерых одним ударом. Могу себе позволить. Так, вот тобой. Да. Собственно, в основном все добывается лучше всего вот этим делом. Ой, добрый вечер. Вот скверну накапливаешь. Ну что это за создание такое плохое? Так, ну я здесь ничего такого не вижу. Ну, по сути, здесь ничего такого и нету. Только если еще походить по развалинам, а вот что найду интересное. Какую-нибудь историю. Так. Вот, если так хорошо подумать, вот эта вот вся история, был кузнец от бога, да? И ему говорит, ну, типа, даже самый мир, наверное, ну, это типа босс, что ли? Самый мир направлял его молот, типа, и он чувствовал сталь, то есть те, кто обычные кузнецы видели в этом кусок металла, он же видел в этом нечто большее. И что с тобой мне делать? Нормально так. Так, отлично. А что мне с тобой делать? Слушай, ну я точно не в курсе, что с тобой делать. Так вот, типа, жил чувак с семьей. Горе, как говорится, не знали. Кое-как выживали, ну и слава богу, что выживали. Но тут на него обращает внимание какой-то крупный дядя. И, собственно, как бы, с одной стороны, это как звучит-то и хорошо, на тебя обратили внимание. А с другой стороны,
У тебя, соответственно, завистники появляются. И все. Шанс, что ты того намного быстрее. Потому что завистники тебя и твою семью очень большой. Вот, казалось бы, с одной стороны, типа, вот, хорошо, что тебя заметили, увидели. А с другой стороны, плохо. Так. Фрагмент рецепта Таргара. А это случаем не труп тогда сына, про которого он говорил? Потому что он рассказывал о том, что говорит этот сын схватил камень, на котором все это было типа расписано, ну, его заметки, скажем так, и это и убежал куда-то на юг, говорит. Ха. Интересно. И тут я убиваю воина, бывшего, скажем так, и достаю какой-то камешек, который нужен был этому чуваку. Да уж. Ну, погнали туда. Я не знаю, зачем я беру этот сундук. Хочу донести до туда, до него. Хм. И здесь такой же сундук. То есть его также можно взять. Что с ним делать, я не знаю. И, кстати, сюда его притащить не получается, потому что там он стоит на возвышенности, весь этот дом. Тут еще записки Таргара, герб Таргара. То есть это фрагмент рецепта Таргара, записки Таргара. О, господи. То есть это только одна из частей. В общем, здесь надо по курганам тусить и искать записки, фрагмент. Что, вообще беда. Эх, жаль. Вот еще понять, как вот это вот открывается. Ведь, возможно, здесь оно и есть. Потому что я могу только взять. И все. Тебе надо? Не, не оно. Ну и ладно. Хм, прикольно. Идешь так в ночи, и бах, дух, который показывает тебе, что он идет с конем. Вот только что это означает? Кто бы знал. Хм. Без понятия даже, как это триггер сработал. Кстати, давай сделаем все-таки поярче. Но как-то триггер сработал. И типа чувак с конем идет туда. Дальше. В путь. Хе-хе. Вот и, кстати, как мне интересно, эти шмотки должны помогать от холода. Ну, надел я вот это меховой шлем. Телогрейка. Меховые. Ладно, ботинки только не надел. Ну, нету их у меня. И как они должны помогать мне? Минус 22. Надеваем свои шмотки. Минус 22. Что изменилось? Ничего не изменилось. Я не знаю, как они должны работать. Но в целом-то и бог с ними. Мне надо вон туда наверх. Будет обидно, если я сейчас найду какой-нибудь обелиск. О, господи, обелиск. Метеоритку. А у меня взрывчатки с собой нету. Будет обидно. Сильно обидно. Вот там что-то можно как-то через вот это сферы делать. Вспомнить бы как. А там вроде что-то какие-то зажигательные. Я не помню. Так. Конечно, завалил одного я этого чувака. Но сам сдох от холода. Но с него мне дропнулось... О, господи, опять всякое говно выпил. С него мне дропнулось... Вот эта штука. Так.
Так, у меня сейчас минус 15. Да, вот это вот точно помогает. То есть, вот, к примеру, пряная свинина, она так и конкретно помогает. Ну, то есть, вот от хавки пряности есть смысл. Шмоток нету, вот опять уже минус 3. Уже как бы еще лучше. Да уж. Так, а мне... Мне, наверное, лучше наверх ползти. Так явно будет быстрее. Тем более, пока урон не получаю вроде бы как от холода. Минус 7. Что-то холодает. О, урон не получил, слава богу. Ну, почти дошел. Отличненько. Так. Уже лучше. Связан с обелиском. Можно добыть немного ресурсов пока здесь. И я хочу туда немножечко глянуть, что там внутри. Да уж, мне здесь, конечно, если так подумать, очень дофига всего нужно делать. Прям очень убер дофига. Уж не говоря про то, что всяких боссов нужно валить и так далее. Бррр. А учитывая, что я по игре вообще нифига не знаю, то это втройне непонятно, что мне делать. Угу, отлично, работает. Да? И по ходу дела, когда они наносят урон, я получаю обморожение. Я, по крайней мере, задумался об этом. Ё-моё, ох, ё-моё. Есть что? А если найду? Да, тут не кислый холодок такой. Да все, 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 идите в жопу, я ухожу. Ага. Нифига себе, меня тут просто от колдока наебит-то как, а? Ты посмотри. Хорошо, когда много хилок. Можно поотхиливаться. Да уж. Весело у вас тут. Как говорится, и конкурс интересный, и тамада хороший, но я пойду, пожалуй, отсюда. Да уж. Ладно, серия уже затянулась. У меня, как обычно, делаю одно и по пути делаю кучу ненужных мне штук. А именно, что ходьба по пещерам, добыча ресурсов, вот это вот все, куча рассказов ненужных выслушаю и так далее. Ну что, у нас половина обелисков изучена. Ну, как половина. То есть у меня раз, два, три, четыре изучено. То есть у меня здесь два, три, да, и четыре. Мне еще нужно вот здесь раз, и в этом районе два. Вот здесь на входе в льдах, вот здесь что только на входе, три. Вулкан четыре. Еще 5-6 джунглей, да. Ну, короче, даже не половина. На это уже пойдем делать в следующей серии. Ну, а что, посмотрите, сколько всего, и на таймер-то видосы видали. Да. И ведь это кому-то интересно, надеюсь. Ну, а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно, делиться моим видео с своими друзьями. Это все, всем удачи, всем пока, всем счастливого, всем пока.